Спасен Симон. Ему 31 год, рост 178 сантиметров, профессиональный рекорд. 10 побед, 7 поражений. Он представляет станицу смешанных боевых единоборств России, город Санкт-Петербург, город Герой Ленинград. Симон Василий Балёк. Его соперник в красном. Ему 26 лет, рост 177 сантиметров, профессиональный рекорд, 13 побед, 7 поражений. Он представляет города Новороссийск и Крымск в красном углу. Реван Авдар! Рефери поединка Ашот Ашуян Анапан. Работаем 3 раунда по 5 минут. Будьте внимательны. После команды стоп прекращаемся действия. Активно защищайте себя от партера и стойки. Коленями в голову работаем только в стойке. Позвоночник, затылок не бьем. Все действия по правилам. Пожали руки. Удачи и по главам. Ну что ж, дорогие друзья, главное событие одного из главных турниров ACA Young Eagles под номером 11. Реванш. Что может быть интереснее для смешанных единоборств? Ну, разве что трилогия. Бойцы прекрасно друг друга знают, уже встречались. Оба они очень интересные. Роман Авдал, насколько я помню, выиграл свой пояс турнира Prime Selection в поединке с кем-то из братьев Друмановых, если не ошибаюсь. Ой-ой-ой! Вот это да! Срочно нужно врачей, очень тяжелый нокаут. Совсем уж лишним был. Конечно, потому что без сил практически рухнул Василий Пальёк. Да, в ногах у него. Сейчас бэк-фист, очень важно, чтобы с ним было все хорошо. Бэкфист, который перенес так, удар локтем в голову. И, ну, наверное, сейчас Роману, конечно же, нужно подойти к сопернику, справиться о его здоровье в первую очередь. Потому что, да, понятно, закрыл поражение, реваншировался, но сейчас очень тревожно за его соперника. Ой-ой-ой-ой. Ну вот да, как и Гога Шаматава до этого, мы уже вспоминали сегодня тем же самым приемом. Жуткий нокаут, и сейчас, конечно, нужно держать кулачки, верующим молиться, потому что очень плохие последствия бывают у таких нокаутов, дорогие друзья. Не дай бог, что-то здесь столь же серьезное, как было не так давно у нас в мире единоборств. Приходит себя, вспоминать эту историю. Приходит себя сейчас. Василий 1-1 у них. Да, все, вроде сейчас начинает он дышать. Конечно же, скорейшего выздоровления, чтобы не было серьезных последствий. Все-таки здоровье очень важно. Да, недавно был пик у этого бойца. Василий Пальёк дрался у моего доброго друга Александра Скоредина. Был титульный бой в турнире IFC в Екатеринбурге. Потом был определенный спад, но, тем не менее, всегда был очень интересный, сильный, неуступчивый совершенно боец. Очень важно, чтобы сейчас с ним было все хорошо. Вот это, пожалуй, самое главное пожелание этого момента. Роман Авдал красавец, слов нет, показал себя отлично. Ну, поднялся на ноги, это радует, Что это вот и, на самом деле еще не так много значит, потому что есть такие травмы, которые дают о себе знать несколько позже. Нет, конечно, но то, что он стоит сейчас, это уже очень дорогого стоит. И обязательно нужно, конечно, сейчас в больницу поехать, обследоваться, потому что, ну... Друзья, пожелаем удачи, близкие обязательно поддержите Василия. Те, кто с ним не знакомы, тоже обязательно напишите, поддержите, сделайте это. Именно в эти моменты нужно поддерживать спортсменов.